Лена Ковальских, банда Ковальских в сборе, и мы хотим с вами поделиться очень классной новостью. Мы к этому шли очень долго времени, около 11 лет, мы мечтали, и сегодня наша мечта, слава Богу, смогла реализоваться. Сегодня мы стоим на пороге нашего дома, наш дуплекс-дом, который мы смогли взять в кредит. И сегодня нашу квартиру мы решили не продавать, потому что сразу многие начали писать: «А вы переезжаете, что случилось? Мы продаем, не продавайте квартиру». Не продавайте, она у вас такая классная. В общем, мы решили квартиру пока не продавать, пока живем в ней, потому что дом-дуплекс, он белый вариант, и нам предстоит очень-очень много работы. Ну что ж, давайте пройдем поближе немножечко, хотим с вами поделиться, показать. Рассказ. Привет, Ангелина всем дает приветики. Это наш дворик. Да, привет, привет. Так, ну что, зайдем поближе. Знаете, мы очень сильно переживаем, потому что... И почему мы с вами делимся этой новостью? Потому что уже и вы стали частью нашей семьи, с которой мы всегда делимся, и знаем, что вы нас обязательно поддержите и подбодрите. Потому что, так как это белый вариант, и нам предстоит очень много работы, то мы с Сережей вот сейчас окунаемся в эти все нюансы, узнаем, что почем, очень подорожали материалы. И для нас очень важно мнение тех людей, которые уже имеют опыт, кто уже опытный. Дайте нам, пожалуйста, свой дельный совет, куда нам лучше всего обратиться, какие материалы, материалы для конструкции, какие строительные магазины вы знаете, которые не только важна цена хорошая, но и качество. Это очень-очень важно. Ну что ж, давайте пройдем уже вовнутрь, хотим небольшую вам экскурсию сделать. Ребят, вы пока идите во дворик, если хотите. Здесь большой холл. Мы с Сережей решили разделить этот большой зал на три классные, интересные и необычные зоны. Я думаю, что они вам обязательно понравятся, потому что мы начали уже работать, собирать много картинок из интернета. Но какие идеи, мы вам расскажем уже в процессе того, когда мы будем делать ремонт. Хочу вам показать, что здесь у нас будет открываться такой классный вид с окна, зеленый вид, природа, травка. Конечно, мой муж любитель поплавать в бассейне, поэтому он 100%... Возьмем абонемент в клубе. Он сказал, что он хочет, чтобы... Ну, конечно, пока мы закончим работу внутри дома, чтобы мы сначала, чтобы мы пока там сделаем, уже параллельно что-то и здесь делали. Дети говорят сразу: хочу батут, хочу батут. Что вы еще хотели здесь, ребят? Бассейн, батут и качели. А я хочу, самое главное, знаете, что здесь? Я хочу здесь красивую большую голубую елку, которую мы всей семьей будем каждый год украшать. Вы как на это смотрите? Голубую елку? Да, она такая голубенькая, очень красивая. Здесь? Идемте дальше. Да? Не, во дворе. Ну, идемте дальше на второй этаж, сделаем вам небольшую экскурсию. Пожалуйста, пока вы смотрите это видео, у кого есть хороший опыт, нам очень важны ваши ценные советы, ваши комментарии по поводу того, куда лучше обратиться за... где лучше взять цемент хороший, по хорошему качеству, потому что полы мы будем здесь устанавливать теплые. Нам нужны теплые полы. Здесь у нас, кстати, первый санузел. Что, ребята, вы со мной делаете экскурсию? Давайте, идемте. Ох, волнуемся, переживаем, здесь если честно. Перилы. Здесь будут перилы, конечно. Опасно. Радно, Сергей. Лестница, в принципе, достаточно нормальная, не очень сильно крутая. Здесь у нас второй санузел. Здесь комната. Здесь мы решили, что будет наша с Сережей спальня. Там красивый вид. Там вид прикольно открывается на лес. Свежий воздух. Классные соседи. Уже успели, кстати, познакомиться и с соседями нашими. И здесь, вы, наверное, уже успели заметить, что может быть. Здесь мы сделаем Сереже гардеробную шкаф-купе, чтобы ставить наши наряды. Их много, вы знаете. Дальше по коридорчику идет комната Сергея, сына, и комната девочек. Дом небольшой. Да, кстати, мы так обрадовались, что мы нашли дом, и
планировки наша квартира 100 квадратных метров, а этот дом всего 140 квадратов. И для нас это очень важно, потому что, во-первых, газ подорожал. Ребята, это очень экономично. Не берите огромные дома, потому что это огромные вложения. Важно брать практичный дом. То, насколько тебе вот хватает, как говорится, жить. И эту комнату мы решили сделать для девочек. Комната будет и для Ангелины, и для Лизы. Вот так. Идемте, Сережка. Идемте, Сережа, на комнату, по коридорчику. А это комната Сергея Сергеевича Ковальского. Ты довольна, Серега? И завтра мы себе помянем. Здесь, кстати, мы решили Сережке сделать с той стороны такую спортивную зону, кольца, брусья. Вот, мы тоже посмотрим уже. Так что, ребята, давайте помогайте, давайте советы, давайте вместе делать ремонт в нашем доме. Да? Это точно. Мы бы хотели, чтобы вы нам помогали в этом деле, так как действительно знаем, что очень много людей есть, которые делают ремонты, этим всем занимаются. И, естественно, у вас побольше опыта, чем у нас, у новичков. Мы-то ничего толком не знаем, чтобы нам не... говорит мой муж, не чесали по ушам, что это классно, на самом деле не классно. Поэтому ждем ваши советы и комментарии. Ну что ж, идем еще раз спустимся к Ангелинке. Ангелина уже нас ждет вот там. Идем в начале дома. Хочу вам сказать огромное спасибо всем тем, кто нас поддержит, кто напишет комментарии, поддержки, потому что для нас это очень волнительно, очень важно. Дом в кредит – это непросто. Мы на это очень тяжело решались, потому что это тоже большие затраты, к которым мы не были готовы, но мы очень мечтали. Конечно, были и палки в колеса, и сначала у нас мало что получалось, но все-таки сегодня мы здесь, мы стоим у небольшого домика, домика нашей мечты, то, что мы хотели, потому что дети наши растут, и пока они маленькие, мы хотим... чтобы детки резвились во дворе, играли. Пока родители на работе. Для кого-то поют. Вот так вот. Ангелина, скажи. Мультянка Яска. Мультянка Яска. Она стесняется. Стеснёшки. Стеснюнечки, мамулечки. Ну что, ждём советы ваши. И следите, будем вместе делать ремонт. Вместе с вами. Вам, если это интересно, присоединяйтесь. Ну что ж, пока-пока. Всем пока, всем здоровья и держите за нас кулачки. Муа! До новых встреч, друзья, и ждите наши новые музыкальные новиночки.